непридуманные истории. Знаете? Нет. Нет, как же? Вы думаете, режиссер? Это я. Да, да. Я придумала, ну серьезно, правда вам говорю. Как-то был форум в Москве, и мы из Узбекистана огромную делегацию привезли, прям как сегодня, больше 50 человек. И вот я говорю, там будет столько классных, крутых лидеров, а давайте попросим их за один день до форума нашим лидерам их крутые истории успеха рассказать. Пусть своих лидеров пригласят, и мы им свои тоже расскажем. Помню, спикерами тогда были Фарахис, Светлана Нуретдинова, Руслан Ситумер. Всем так все понравилось, что уже на следующий год провели в масштабах компании. Так все и пошло. Не успела запатентовать, правда, авторство жалко. У меня сегодня пропал голос. Где-то наш режиссер, который гонял меня целых 5 дней, и еще Москва, 5 дней дождей. Неважно, я все равно выйду и буду сегодня вам рассказывать. И надеюсь, вы меня поддержите. Первые были в Алмате 4 года назад. Тогда была я в статусе бриллиантов директор. А сегодня я в новом звании, элитный. Я вам расскажу, как это получилось. А мы вообще ни одной непридуманной истории не видели. Мы не так давно из другой компании пришли. Что там только не было, но такого нет. Марин, не забегай вперед, не видишь, что автор выступает. А меня уже приглашали на непридуманные истории. Но я решила, что у меня слишком маленький статус, и отказалась. Сидела в первом ряду и плакала. Сегодня я здесь на сцене и надеюсь, плакать не буду. А я уже наплакалась. Меня в первый же день режиссер до слез довел. Хотела развернуться и уйти, а потом вспомнила. Я же чемпионка по спортивному ориентированию. Меня так просто с курса-то не сбить. И вот сегодня я здесь. Друзья, вообще-то иногда бывает трудно говорить. Ну, так-то я люблю выступать. Ну, иногда бывает сложно. Но даже если сложно, я сегодня буду говорить. Света, это мне трудно. Я вообще не знаю, что я буду сегодня говорить. У меня после пандемии вообще память стерлась. Олечка, все будет хорошо. Спасибо. Мужчина, вы кто? Ладно, я шучу. Но на самом деле ответственность сегодня вся на тебе, Сережа. А это не шучу. Вот так и живем. Просто надо знать, о чем рассказываешь. Вот я знаю, я по образованию медик, и у меня все четко. Помните теорию Дарвина? Как труд из человека, ой, из обезьяны, сделал человека. А у меня своя теория. Как из обезьяны сделал человека Фаберлик. Друзья, теория у нас какая? Вдохновение! Крутейшее, однако, слово для начала бизнеса! Скажите же! И вот я думаю! Слушайте, да может уже хватит думать! Давайте уже начинать! Да.